Дорогие друзья, приглашаем на сцену Юлию Николаевну, пожалуйста. Еще раз аплодисменты и поблагодарим. Ну, хочется поблагодарить, на самом деле, эту команду и самого-самого нашего юного гармониста, который сегодня, наверное, не в первый раз, но первый раз на этой сцене. Будем ждать еще и еще. Ну, это у нас Радик Иркенович, сейчас они уже уезжают. И, конечно же, с вашего разрешения хочется сегодня им вручить наши дипломы участникам и подарки. Диплом участника фестиваля «Сидик Эрзин Гармония» вручается Хасанову Алмазу. Диплом участника награждается Лобода Степан. И дипломом участника фестиваля награждается Галимзянов Радик Эркенович. Спасибо. Ну и, конечно же, наши подарки от участников фестиваля.